Добрый день, меня зовут Олег Ковалев. Вы можете меня помнить по ролику, который был из Индии, я там переделал тук-тук. Мы находимся в мастерской компании «Ресурс», где мы разрабатываем все наши проекты, и на данный момент мы дорабатываем здесь сейчас тук-тук, который готовится к конкурсу в Казахстане. Всем привет, меня зовут Владимир, я являюсь инвестором компании «Совелмаш» и вхожу в клуб «Тысяча». И я следил за двумя проектами. Мне пришла в голову идея совместить эти два проекта. Первый проект – это разработка электрических двигателей асинхронных. И второй проект – это блогер Никита Поддубнов, канал называется «Темная фаза», придумал устраивать забеги электромобилей с солнечными панелями, одним словом, солнцемобилей. И эти две темы, они сходились. Поэтому я предложил руководству компании, которая занималась разработкой тук-тука, на котором я поеду, предложил такое участие в этом проекте, и они согласились охотно, что добавляет уверенности в том, что технология работает, руководство нисколько не сомневается в этом, не боится демонстрировать технологию в действии, не просто на словах, но в действии. Эта технология действительно будет проверена на очень длительной дистанции и в очень жестких условиях. Ну, в Казахстане будут принимать участие много энтузиастов, которые собрали свою технику, и мы сейчас готовим, мы выбрали именно тук-тук для участия в этом забеге, в этом конкурсе. В связи с этим мы сейчас разрабатываем концепцию, как можно его доработать, чтобы он был, ну как, эффективным. Наш путь стартует из города Уральск, а дальше будет город Актобе. Из Актобе мы едем вниз по карте вот так на Байконур, из Байконура в Шымкент, и из Шымкента в Алматы, на восток. Это если по карте смотреть. Путь более 2000 километров, условия крайне жесткие, будет очень высокая температура, в районе 40 градусов жары, возможно больше, а также змеи, пауки и скорпионы. И насколько мне известно, мы единственные, кто поедем на асинхронном двигателе. Все остальные будут использовать электродвигатель BLDC. По сравнению с остальными участниками у нас есть как минусы, так и плюсы. Из минусов главным можно отметить то, что у нас будет чуть более большой вес по сравнению с остальными участниками. Из плюсов можно отметить наличие коробки передач, надежность силовых агрегатов и наш уникальный двигатель, который мы рассчитываем, что будет более эффективен и меньше греться, а также большая отдача от солнечных панелей. У нас есть ряд плюсов, у нас есть коробка передач, которая позволяет при малых токах экономить батареи и хоть медленно, но ехать. И к тому же у нас увеличен объем аккумуляторной батареи до 160 ампер-часов. То есть она позволяет преодолеть довольно-таки солидный путь, ну, больше 70 километров примерно. Кроме того, у нас есть двигатель, который позволяет более энергоэффективно использовать эту электроэнергию. Почему? Потому что он имеет свободный кат. Ну, например, если, допустим, вы бросаете газ, и он может еще по инерции, без, как сказать, торможения двигателем, ехать очень легко. Это свободный кат. Если, допустим, на двигателях с магнитами, то есть BLDC двигателями, у них есть эффект залипания. Там стоят мощные неодимовые магниты, которые при свободном кате начинают тормозить саму технику. У нас увеличен объем солнечных панелей. По правилам этого конкурса панели не должны сниматься с транспортного средства, быть непосредственно на нем. Мы расположили на нем 6 солнечных панелей и мощностью где-то 300 ватт. Это, ну, есть, как бы сказать, параметры, которые написаны на упаковке, а есть реальные, то есть где-то ориентировочно 300 ватт. При этом мы имеем
довольно-таки неплохой запас мощности. Мы серьезно подошли к этой работе, то есть к разработке во всех нюансах, и мы рассчитываем победить в этом конкурсе. Мне доверили ответственность быть пилотом в этом забеге солнцемобилей, и мы начинаем переделку нашего аппарата.